15 ДТП, из них одно с пострадавшим. На перекрестке улиц Московской и Березовой пенсионер на «Опеле Зафира» проехал на красный и столкнулся с 61-летней саровчанкой на «Киа Рио». В результате ДТП женщина-пассажир автомобиля «Киа Рио» получила телесные повреждения. После осмотра врачом была отпущена домой. На прошедшей неделе госавтоинспекторы составили 177 протоколов, 30 из них на пешеходов, которые нарушили правила дорожного движения. С 12 по 14 декабря на улицах города правоохранители проводили акцию «Внимание, пешеход». Было выявлено 27 административных правонарушений по статье 12.29. Это пешеходы и иные участники движения, которые нарушили правила дорожного движения. И 6 по статье 12.18. То есть, где водители не пропустили пешеходов. С 18 декабря сотрудники ГИБДД проведут серию мероприятий в рамках акции «Полицейский Дед Мороз». Кроме профилактических бесед с водителями и пешеходами, инспекторы поздравят участников дорожного движения с наступающими праздниками и напомнят о важности соблюдения правил безопасности на дорогах, особенно в новогодние каникулы. Дарья Кузина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».